Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своей кухне. Давно я не делала отдельные кулинарные видео, но сегодня у меня вот такая возможность появилась, поэтому быстренько хочу поделиться с вами очень-очень классным рецептом. Это запеченная форель. Ну, вы можете взять семгу, что любите, то берите. Можно даже саму обычную красную рыбу взять, все равно будет вкусно. У меня здесь один стейк форели, имбирь молотый, перец, у меня это каенский, вы можете использовать какой вам больше по душе. Дальше кунжут, соевый соус, сок лайма, можно свежего лайма, можно лимон, как хотите, можете даже цедру добавить. И также пол столовой ложки горчицы, нужна дижонская, я взяла обычную горчицу, которую мы в Икее покупаем. Итак, приступим. Горчицы мы добавляем сок, я все делаю на глаз. Тут будет примерно, ну, столовая ложка сока лайма. Дальше добавим немного имбиря. Ну, буквально мне на один стейк понадобится, может, пол чайной ложечки. Можно, конечно, использовать свежий имбирь, он у меня есть, но вкус будет уж слишком сильный. Не хочу. И к тому же добавляю чили-перец. Будет уже и так достаточно остро. Его добавляю тоже немного. Так. Кунжут мы откладываем на потом. Так, теперь наливаем соевый соус. Понятно, что солить не надо ничего, да, потому что соевый соус достаточно у нас соленый. Все это перемешиваем тщательно. Так, берем стейк наш красивый и начинаем вот так вот мариновать. Ничего страшного, что у меня маленькая плошка такая, это вообще как бы... Держим 15 минут, и потом я вам покажу, что мы будем дальше делать с этим маринадом. Прошло 15 минут, я рыбку перевернула. Что я теперь делаю? По поводу аромата сказать ничего не могу. Что-то ничем-то пока не пахнет. Но нормально. Масло нам не нужно. Остатки маринада мы поливаем вот так вот на нашу красавицу рыбу. Я очень люблю красную рыбу. Мне кажется, я могла бы вообще жить на ней. Ну, так же, как и на картошке. И Мартин, эту камеру, он передает вам привет. Так, ладно, ничего страшного. Берем теперь кунжут и посыпаем. Я кунжут очень люблю, поэтому добавляю его всегда много. Я его никогда не жалею. И также я решила добавить, так как это только для меня, не знаю, Сереже понравилось бы или нет. Да, тебе дать. Семена льна. Юля, привет. Как видишь, я ими пользуюсь. Они очень полезны. Они тоже очищают организм и помогают нам худеть. Но перехожу я на ПП, да, поэтому вот так. Теперь заворачиваем всю эту красоту в фольгу. Плотно стараемся, чтобы не выходил сок. Духовка у меня разогрета до 180 градусов. И я отправляю рыбу туда всего лишь на 15 минут. Этого будет больше, чем достаточно. И она не высохнет. Очень не люблю сухую рыбу. Ну что, кладем в духовку. Та-дам! Это будет вкусно. Ну что, посмотрим. Вот такая вкуснятина получилась. Как видите, рыба готова. Она не пересушена. Она дала сок причем еще. И нам сейчас, точнее мне, будет очень вкусно. Буду есть эту рыбку с простым салатом романа, помидоры, перец и огурцы. Спасибо, что были со мной. Ставьте пальчики вверх, если вам это видео понравилось. Обязательно попробуйте этот рецепт. Это действительно очень-очень вкусно и полезно. Всем пока!